Пенсионер из Златоуста развратил трех школьниц, причем некоторых девочек он насиловал не по разу. В деле пожилого педофила вскрылись новые шокирующие подробности. 11-летняя девочка рассказала следователям, что ее сверстница приходила к пожилому мужчине вместе с подругой. Пенсионер, как полагают следователи, растлил девочек. Предполагаемый преступник совершал надругательство над школьницами на протяжении года. Но его преступные действия были раскрыты. Установлено 5 эпизодов. Сейчас возбуждено уголовное дело. Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.